Вот вам флаги новые. Российский и швейцарский. Ну что, здесь посадили картошку, 6 кустиков. Ну вот вижу, мята уже лезет. 2 часа я ее отсюда, из этого маленького кусочка, выдирала. И все равно уже видно, что мята лезет. Кстати, вот Марка купила вот такой вот шланг. Да, вот он выдвигается. И вот так вот он поворачивается. Туда, куда я, туда и шланг. Браво, браво, Марко, баста. Вот и все. Видишь, какой молодец. Хорошо. Молодец. А здесь пока шланг валяется. Ну вот он на эту штучку одевается. Но мне его одевать, стаскивать накладно. Немножко поделали. Давайте вот покажу вам тюльпаны. Уже они расцвели. Какая красота. В окошко смотрю. А здесь вот такие вот тюльпаны. Цвет правильно показывает, они вот желто, нет, красно-оранжевые. Вот такая вот красота. Смородину вы уже видели, я уже в нее срываю листочки. Они такие душистые. Я вот, в принципе, черную смородину варенье не варю, а что делаю? Во-первых, листочками пользуюсь для чая, а во-вторых, замораживаю ее и потом тоже в чай ложу замороженную. Получается, на этом кусту больше смородины, и в прошлом году также было, на этом больше листочков. Ну а здесь вот так вот, немножко траву подергала. Сейчас мы начнем еще раз работать. Редис вот этот весь повыдергаем, подготовим. Сегодня 22 апреля 2021 года. Ну вот как-то так. Видите, какой у меня здесь. Ну я вчера работала здесь, потом еще полила. Видите, вот он какой редис белый. Но он уже в цвет пошел. Я не знаю, он будет вкусный или что. Это семя прошлого года. Оно упало и само выросло. Руку ловите, вот сколько богатый кулешок. Я ему немножко оставлю, потому что ну, нам надо этот чуть-чуть. Нам надо совсем чуть-чуть. Вот такой бардак у нас, да? Вот эти ниточки от огурцов. Я их пока оставлю, они вроде как не мешают. А где мы что будем сажать и будем ли мы сажать? Что-то я даже не знаю. Ну, зато лучок вот тоже. Семечки поупали, лучок. Мята в уголку. Так больше нечего показывать. Вот хотели вы огород. Вот такой бардак. Ну вот сейчас с Марка будем убираться. Он говорит, ну заснимай. Потому что не знаю, как мы уберем, не уберем. Замеряли сейчас с ним вот здесь. Вот хотим построить, сделать пристройку. Но понедельник пойдет в банк насчет того, что дадут нам денег или нет. В понедельник пойдет в банк.
Он говорит, что мы тут с тобой меряем, нам, может быть, и денег не дадут. Смотрите, вот был мороз, прям как в прошлом году. Подмораживается, вот оно сухое, да? Сухое-сухое. Подморозилось, ветром его еще подуло. Ну, что делать? Оно почернеет потом. Пока вот такое сухое. Ну, в общем-то, вот так. Два флага у нас теперь новых. Марко пошел, заказал. Я ему сказала, нам замечание сделали. Мы с тобой не замечаем о том, что там что-то болтается на веревочке. 80 франков стоил швейцарский флаг. И 90 франков стоил русский флаг. Я говорю, зачем ты русский брал? Какая необходимость? Как возмущается, сидит. Обернулся, по столу стучит кулаком. Он говорит, зачем ты рассказываешь, сколько стоит? А он говорит, за пальмой не видно, надо пальму срезать. А он все деревья ему не нравятся, он хочет, чтобы была солнечная. Вабена альбикока, нон толяре. Но толеры нинте. Но нинте си. Давайте абрикосы посмотрим. Наверное, они тоже замерзли, друзья. Говорит, вот они, смотрите, вот они, абрикосики. Раз, два. А эти что-то мелко все. Как-то не растут. Ой-то, боже мой. Смотрите, вот оно все замерзло. Тут осталось прям вот. Ну, что осталось, то осталось. Посмотрим, будет, не будет. Нет, фиков нонче. Нонче фики. Он говорит, ты точно знаешь, что дерево-то, оно живое? Я говорю, точно я знаю, что оно живое. Я его обрезала, обрезку-то я ему делала. Я же вижу, что палочки... Просто она поздно. Поздно. Где же на него посмотреть-то? Нет, оно живое. Оно живое. Просто вот оно позднее. Ну что, друзья, желаю вам здоровья, удачи, долгих лет жизни. Вот я по территории походила. Поснимала. Такие цветочки у меня красивые. Смотрите, какая красота. Красота красивушная. Он говорит, не будем, наверное, сегодня работать. А вот эти, видите, что здесь произошло? Все сухое, это нужно обрезать. Вот это вот оставить. Я не знаю, что его оставлять или вообще выдернуть. Здесь то же самое. Здесь то же самое. Вот оно какое-то никакое. Это которое должно сейчас цвести и быть красивым. Сирень. Посмотрите, сирень цветет замечательно у соседей. Птички поют. Это дерево каштана. Оно тоже как-то позднится. И Марко уже ушел. Все. Хотим пристроечку сделать. Но не знаю, даст ли нам банк денег на это дело. Красота, друзья. Где-то 18 градусов тепла на улице. Не ветрено, потому что флаги-то, видите, как они. Даже совсем никак. Висят и не шевелятся. Ставьте лайки, пишите нам комплименты или замечания. Ну вот как-то так. Что у нас там с остановкой? На остановке поставили видеокамеру. Сверху.
И вроде больше ничего. Вытяжку. Свет туда провели. Розетки поставили. Много розеток. Потому что там будет телевизор стоять с рекламным таким видеороликом. Один и тот же будет. То есть антенны не будет, а в записи будет. Ну и какие-то там карманы повесили из пластика для того, чтобы рекламные буклеты положить по местному населению. Ну так и все. Вот такая вот остановочка. Посеяли траву, но что-то она там не растет. Всем пока, желаю здоровья, удачи!